варенье мы все-таки начнем. Здравствуйте. Приветствую вас. Да, спасибо. Приветствуем вас в гостеприимной Африке. Ну и сегодня здесь собрались все те, кто любит музыку, поэзию, кто ценит в людях открытое сердце и чистую душу. Тех, кого одинаково радует звучание гитарной струны и шелест книжных страниц. Для вас сегодня выступят лучшие музыканты двух столиц и один крупный поэт современности. Артистам пожелаю яркого исполнения, чистого звучания их гитар. Ну и поехали. Начну стихотворением, с вашего позволения. Это Марина Цветаева. Обнимаю тебя кругозором гор, гранитной короною скал. Занимаю тебя разговором, чтобы легче дышал, крепче спал. Феодального замка боками, меховыми руками плюща. Знаешь, плющ, обнимающий камень, 104 руки и ручья. Но не жимолость я и не плющ я. Даже ты, что руки мне родней, не расплющен, а вольно отпущен на все стороны мысли моей. Кругом клумбы и кругом колодца, куда камень придет седым, круговой порукой сиротства, одиночеством круглым моим. Так вплелась в мои русые пряди не одна серебристая прядь, и рекой, разошедшейся на две, чтобы остров создать и обнять всей Савойей и всем Пьемонтом, и немножко хребет над ломя, обнимаю тебя горизонтом голубым и руками двумя.